Для референдума, который пройдет 19 ноября, напечатают 632 тысячи бюллетеней, 413 тысяч на государственном языке, а 218 на русском. Кишиневцам предстоит ответить на единственный вопрос, а печать нужно будет поставить в одном из обведенных кругов, за или против. Noi dăm start tiparului, după care în ziua de vineri aceste buletine vor fi distribuite, începând cu ora 11 pentru municipiul Chișinău. Вопрос, указанный в бюллетене, сформулировал окружной избирательный совет муниципия. Buletinul pentru referendum este aplicabil în dependență de întrebarea adresată. Și ca de obicei se propun două variante de răspuns. Cine este pentru susținerea referendumului de revocare și cine este împotrivă. Бюллетени оснащены голографическими знаками. Разглядеть их можно только под лупой. Есть платежа для семь депротекций, которые, адика, не менюшти, ну, если лакурент, то мы не знаем, а те, которые сидим импликат с бюллетенью. Чтобы референдум состоялся, необходима явка 1/3 кишиневцев с правом голоса. Уйти с поста генерального примара Дарин Киртуака обязан, если его отставку поддержит 163 571 избиратель. Столько же, сколько избрали его на пост примара во втором туре выборов 2015 года.